Осознал? Да это не я. Ну, постой еще. А вы сами-то откуда будете? Я недавно из армии демобилизовался. Райком направил сюда. По собственному желанию? Да как вам сказать, я еще не знаком с этой работой. Педагог по образованию? Нет еще. Только кончаю заочный. Не знаю, как вы здесь будете работать. Я вот педучилище кончил, и то, знаете, осознал? Не я это. Постой еще. Скажите, товарищ Пяткин, а почему вы отсюда уходите? Пойду в начальную школу. Зарплата, правда, меньше, зато спокойнее будет. А здесь неспокойно. Каторга, а не работа. Ну, осознал. Ну, зачем же ты разбил окно в котельной? Не я разбил. Кого хотите спросить? Дяденька, это не он. Не он же совсем. Ну, не он. Закройте дверь. Товарищ Пяткин, по-моему, он уже все осознал. Давайте отпустим. А как бы вы поступили? Ну, можешь идти. Шай. Держи, и больше стекла не бей. Спасибо, только это не я. А штраф отец все-таки заплатит. Отдали, ура! Тихо, тихо, тихо. Славный парнишка. Ну, это вы зря. Все-таки вещественные доказательства. Их надо держать в... Вы наш район знаете? Наш район. Красным у меня школа обозначена, синим кино, а вот рынок. Видите? С этим-то я разберусь. Вы мне сначала про детей расскажите. Про детей? Да разве же это дети? Шпана оформленная. А начальник недоволен. Детей, говорит, не любишь. А какая тут может быть любовь? Да будь моя воля, я бы этих всех головорезов в колонию бы укатал. Все они у меня здесь, голубчики. А вы работаете совсем один? Конечно, один. А вам, думаете, целый штат дадут? Да не штат, а вот, говорят, актив. А, какой там актив? Краснушкин Геннадий, 41-го года рождения. Отец погиб на фронте, мать работает проводником на железной дороге. 2 года сидит в 8-м классе. Имеет 3 привода за хулиганство. Видите? Это народ неисправимый. Получайте. Квартиры, смотри, не потеряй. Гена, а обед этой в духовке? Да знаю. Верочка, Анна Александровна ко мне приходила. Ну ты хоть в школу-то не прогуливай, Гена.
Ладно, не учи. Настя, твой опять школу пропускает. Чего ты выдумываешь? Болел он у меня. Болящий. Целый день во дворе болтает. Ой, люди, а? Ну, своими-то смотри. Ну, что смотреть? Мои самостоятельные. Привет, Миша. Наша смена. Как жизнь? Да. Что? Опять в кризис? Есть немного. Ах, Генка, Генка, пить тебе некому. Держи. Да ну я тебе и так уж две бумаги должен. Держи. Потом сочтемся. Матери говорила о моем деле? Нет еще. Она уехала. Да ты не беспокойся, ведь я все устрою. Да я и не беспокоюсь. Ну что, пацан, плакали твои бутылочки? Хотел разжиться. Ты чего? Я хотел на кино, а он... Ну ладно, не хнычь. Шайба есть? Нет, у меня только гайки. Я говорю, деньги у тебя есть? Во, хлеба велели купить. Да ладно, успеешь. Пошли с нами. Куда? Пятерку можешь свободно выиграть, чудак. Запросто? Да? Конечно. Нос, подставляй свой рубильник. Айнц, свей, дрей. Андрей? Сильней. Молодец. На. Это твои. Хлеба купишь. На кино и на мороженое еще останется. Понял? Нос. Ты мне четвертной должен? Должен. Когда отдашь? Ну, отдам. Я долго ждать не люблю, понял? Ну, ладно, кончай шкодничать. Ты со мной не пропадешь. Мы ведь с тобой еще заработаем. А как? Ну, как, да как. Увидишь. Ничего в этом плохого нет. Мы постояли и достали билетики. А за труды будьте доб... Ну, держи со мной. У вас билетика нет лишнего? Нет билетика лишнего? Билетика нет лишнего? Найдется. Подвезло вам. Товарищ не пришел, идти одному неохота. Да. Действительно подвезла, а? Сколько? Пар 15. Ты что? Аж берите. Ну ладно, давай. Пойдем. Давай сюда билеты. У вас нет лишнего билетика? Ты что же это делаешь-то, а? А что? Ну зачем ты людей обманываешь? Ты ведь сам не за эту цену покупал, верно ведь? А вы что, видели, что ли? Подожди, я хочу поговорить с тобой. Поговори с моей бабушкой. Дяденька, пустите, мне домой пора. Вот я тебя домой и отведу. Ты где живешь-то? Там, дяденька, пустите. Ничего, ничего, я хочу с тобой поближе познакомиться. А давайте здесь познакомимся, а домой я один могу дойти. А может, я в гости хочу зайти? Вот отец-то обрадуется, да? У нас нет отца. А где он?
Бросил нас. Теперь в Мурманске живет. А мать? А мама умерла в прошлом году. Ходишь весь нараспашку. Не лето ведь. Ты с кем живешь? С сестрой. А зовут тебя как? Андрей. А вас, дяденька? Сергей Сергеевич. Ну, будем считать, что знакомство состоялось. Дяденька, а вы кто, учитель? Да что-то в этом роде. Куда ты? Удрал. Ага. Молодец. На, держи свою долю. Вот. Так много. Только смотри, матери не гугу. Не, у меня только сестра. Скажешь хоть слово, не обижайся тогда. Я ничего не скажу. Может быть, ты все-таки подумаешь, Геннадий? Еще не поздно. Ну, я же сказал, что больше в школу не пойду. Ой, Господи. Да не слушайте его, Анна Александровна, милая. Может быть, последний раз поговорите с директором. Да теперь уж да я... Да ну, напрасно будете стараться. Мать, я сказал, значит, все. Надоело. И меня ваши синусы и косинусы больше не интересуют. Господи, ты что, какие ты слова говоришь, бесстыдник? Я тебе не разрешаю школу бросать, слышишь? Ну, хорошо, Геннадий. А как ты думаешь жить дальше? О чем мне думать? Как-нибудь проживем, верно? Ну, что, ну, что с ней делать, Анна Александровна, милая, ну, ну, чего делать? Знаешь что, Геннадий, мой тебе совет, поступай-ка ты работать. Вот это так. Ну, что вы говорите, Анна Александровна? Настасья Ивановна, сейчас это единственный выход. Да, Господи, ну, ну, кто же его на работу возьмет, недоучку-то? Да что это вы ведь к детям приставлены учить, воспитывать? А вы какой ему совет даете, чтобы он школу бросил? Нет, я не разрешаю тебе школу бросать. Я тебе приказываю учиться. Ладно, мать, не ори. Да пойми ты, Геннадий, и школа, и мать, все мы желаем тебе только добра. А учиться никогда не поздно. Да, Анастасия Ивановна, вы завтра в рейсе? Нет. Нет? Приходите ко мне в школу. До свидания. Ну, что ты со мной делаешь, а? Ну, что ты со мной делаешь, ты скажешь мне или нет? Ведь я же работаю, рук не покладая. Комнату сдаю, чтоб тебе, дураку, ни в чем отказа не было. Ведь пальто тебе справила. Телевизор купила дураку, чтоб ты только учился. Воспитывала одна. Думала вырастет, сынок гордится. Им буду. Ладно, хватит, мать. Вот был бы жив отец, так вот бы тебе показал. Сказал, поступлю на работу. Да кто тебя возьмет? Все, попрошу, меня наш новый жилец устроит. Но говорил я тебе, что я здесь одному шоферу комнату обещал. Ну, будет полный порядок. Thank you.
Паша, смотри, Краснушкин развлекает. Эй, рыжий! Приветик! Сейчас стараешься! Ну, строй для нас квартирку! С балкончиком! Дурак! О! Димка. Сейчас. Алло, разрешите? Не, давай. Ну, девушка. Да ну ладно, ой, пошли. Да. Чуть руку я оторвала. Девчата, смотрите, заблудился. Вам кого? Не меня случайно? Нет. А вот и меня? Тоже нет. А кого? Девушки, где ваш комсор Громов? Алешка, да вон он. Алеша! Где? Вы Алексей Громов? Я. Здравствуйте. Спасибо. Мне в райкоме комсомола советовали обратиться к вам, жильцу. Смотрю, ходите здесь, интересуетесь. Увы, нет. Я из районного отделения милиции. Это тогда к нему. Ну, кажется, я попал. Иди сюда, не бойся. Это и вас касается. А что? Тут, видите ли, у меня дело к вам такое. Общее. Ма! Это насчет комнаты, помнишь, я говорил? Здравствуйте. Здравствуйте. Прохоров. Михаил. Настасья Ивановна. Очень приятно. Ваш сынок говорил, что вы комнату сдаете. Да, сдаем. Только ведь 200 рублей в месяц. Ну, ничего, я думаю, о цене сговоримся. Ну, что же, ну, проходите, посмотрите. Посмотрите. Сюда? Вот сюда, вот, да, вот в ту дверь. Проходите, проходите. Ну, под ступенечкой осторожней. Ничего. Да дом у нас старый, сносить собираются. Вот потому ремонт и не делали. А здесь у нас всегда солнце. Ну что ж, мне в общем нравится. Человек я холостой, но спокойный. Господи, у нас тоже тихо. А вы где работаете? Я шофером работаю. Ой, Михаил Иванович. Вы бы мы его устроили, хоть бы грузить чего-нибудь. Ну, зачем грузить? Мы ему что-нибудь получше подыщем. Парень, он подходящий. Ну что ж, я вечерком переберусь. Ну, хорошо. Мать, ну тогда давай скорее уберись. Ага, я сейчас уберусь. Вам цветочки на окне не помешают? Нет, я цветочки люблю. Ну, я сейчас пол смою, будет все чистенько. Я уже говорила с некоторыми жильцами. Они согласны. Очень хорошо. А я вот слышал, что у вас в доме живет тренер по хоккею. Да, кажется, живет. А вот как бы уговорить его заняться с ребятами? Хорошее дело было бы. Я поговорю с ним. До свидания, Сергей Сергеевич. Всего хорошего. Нина, а вот вам очень серьезное задание. Садитесь. Займитесь кавалеркой Дмитриевым из вашего дома. Ой, Сергей Сергеевич, я, наверное, не смогу. Он такой отчаянный, голубятник. То есть как-то не смогу? Вы же будущий педагог. Да через год вам придется иметь дело с десятками таких мальчишек. Вот покажите свои педагогические способности, сдружитесь с ним. Что ж, я с ним голубей гонять буду. Ну, голубей, конечно, гонять не обязательно, а вот знать о них не мешает. Вот тут очень интересно рассказывается про всяких голубей, про турманов, про египетских, про почтовых. Договорились? Я попробую. Хорошо. А завтра позвоните мне и расскажите, как вас встретил Валерка. Хорошо. Всего хорошего. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь. Вы Краснушкина знаете? Генку-то? Бродягу. Конечно, знаем.
Так вот, очень неприятное с парнем творится. Хулиганец, школу бросил. Ну и дурак. Сам виноват. Верно, сам виноват. Но он-то этого не понимает. И в этом его беда. А наша с вами вина. А мы здесь при чем? Так это вы позволили ему стать таким. Он с нами не советовался. Парень может очень плохо кончить. А вам это безразлично, да? Какие же вы комсомольцы? А что мы можем сделать? А вы хоть раз вмешались в его жизнь? Попробовали остановить его, когда он хулиганит? А вы ведь вместе в одной школе учились. Да вы знаете, какой тип этот Краснушкин. Какое безобразие, а? Поедем сюда. А? Да, поедем. Пардон? Пардон. А! Ничего, леди. Но? Слабо. Пришвартовать. Смотри, ребята, Краснушки. А ну, пошли. Рыжий, давно не нюхал, да? Ух ты! Подкинь ему! Гены! Генка! Генка, смывайся! Ну, рыжий, я тебя еще подловлю! Открыто там! Ты Геннадий Краснушкин? Ну, я. Очень приятно познакомиться. Сушков. Из детской комнаты милиции. А, это вы вместо нашего Пяткина будете? Да нет, ушла куда-то. Только я не понимаю, чего это вы мной интересуетесь. Живу я вроде тихо, нормально. То потом Пяткин тот к нам никогда не приходил. Ну, что на меня так смотрите? А много слышал о тебе. Да, думаю, что это за Краснушкин такой. А оказывается, мы уже встречались. Помнишь, у кино? Спутали вы. Это не я был. Навряд ли. Причесочка у тебя приметная. И память меня еще ни разу не подводила. Но на этот раз подвела. Чем вы можете доказать, что это был именно я? Верно. Доказать не могу. Ну, поправь рубашку. Вот так. И садись. Садись, садись. Школу бросил? Доложили уже. Ну, бросил. Теперь будете спрашивать, почему? Не буду. А я и так знаю. Отсутствие способностей. Почему это отсутствие способностей? Так очень просто. Учился-то плохо, а потом вообще бросил. Значит, не под силу. Ну да, я способный. В школе мне об этом все учителя говорили. Говорили даже, что отличником могу быть. Но вот только не хочу. Неохота. Ну, учителям-то, конечно, виднее. А я вот не верю в способности, которые никак не проявляются. Но вот во что я абсолютно верю, это в то, что у тебя совесть отсутствует. Начисто. Да вы почем знаете, рентген мне делали, что ли? А я и без рентгена вижу. Мать работает, живется ей трудно, а ты бездельничаешь. Да,
Рамку-то сам делал? Сам. Ничего, чистая работа. Подходящая. Ну и что собираешься дальше делать? Что, работать? Где? А что, капитан, устрой меня на работу, а? Ну, устрой, на культурную какую-нибудь работу, таскай, в ларечек какой-нибудь, ну, давай. Генка! Да ничего, мать, я так просто интересуются. Здравствуйте. Здрасте. Ты что-нибудь натворил? Что ты, нет. Ой, господи, испугалась до смерти. Ну, чего же вы ходите тогда? Только перед соседями позорите. А я вот интересуюсь, почему ваш сын не учится, не работает? Господи, а сколько он не учится? 3 дня каких-то. А Михаил Иванович скоро на работу его устроит. Делать вам нечего. Лучше б жуликов ловили. Михаил Иванович, огурчиков купила. Здравствуйте. Здравствуйте. Сушков. Очень приятно. Ну вот что, Ларешник. Даю тебе неделю. Если не устроишься на работу, мне придется принимать меры. Понял? Понял. Ну, смотри. Будь здоров. Бывайте здоровы. До свидания. До свидания, до свидания. До свидания. Ничего себе, дядька, а? Люблю я путешествовать. Люблю менять профессии и города. Ну-ка, был студентом, был матросом, кассиром был, даже одно время артистом. Выпьем, люди? Я человек вольный. Где хочу, там живу. Жил на юге, жил на востоке, жил в песках пустыни, жил на севере, за 68-й параллелью. Меня манят огни незнакомых городов, шумные улицы, пристани, где гудят океанские пароходы. Как это говорится? А он кошмарный, ищет бури, как будто в бурях есть покой. Дядя Миша, он мятежно ищет бури. Ну, неважно. В общем, это про меня написано. Вот это жизнь. Только для такой жизни нужны люди дерзкие, смелые и независимые. Человек не должен висеть на шее у государства и родителей. Да, Миша. А мой старик красоты не понимает. И мне красиво жить не дает. Накапали ему на меня в школе. Старик расстроился и лишил меня материальной базы. А деньги мне во как нужны. У меня сумасшедший роман с блондинкой. Да, уж 2 недели тянется. Вы же сильные, здоровые люди. Вы должны сами о себе заботиться. А как заботиться? Как? А это разные способы есть. Михаил Иванович, а я бы смог так жить, а? Ты? Вполне возможно. И я тоже хочу быть путешественником. Всех друзей по свету раскидала. Я один от бури уцелел. Когда у нас будет готов ГУП? Через 2 дня. Так. Здравствуйте, товарищ директор. А, здравствуйте. Опять пришли. Мы же договорились. Да в том-то и дело, что не договорились. Какая вложность? 10%. Так. И что вы за человек, ей-богу?
Я же говорил вам, что не могу принять на работу вашего парня. Мест нет. И почему вы обращаетесь именно к нам? Разве в районе нет других предприятий? Ну, по-моему, у парня способности к этому делу. И надо этим воспользоваться. Надо увлечь его, заставить работать, оторвать от улиц. Да знаю я таких. Ты его примешь на работу, а он сбежит через неделю. Послушайте, товарищ директор, а вот если бы ваш сын сбился с пути, вы что, рассуждали бы вот так же хладнокровно? Я, дорогой мой, за сыном своим слежу. Я воспитываю его, понятно? А у Краснушкина отец погиб на фронте. Вот это вам понятно? Так что же, предоставим его самому себе? Разрешим вон болтаться на улице? Так, по-вашему, да? Ладно, приму его учеником. Хотя у меня нет свободных единиц. Спасибо. Пожалуйста. Товарищ директор, кажется, я немного погорячился. Ничего, пожалуйста. Геннадий! Ну, все в порядке. Пошли. Человек явился. Что это с рукой? Да там рассадил. Пойдем ко мне, у меня поешь. Здорово, бродяга. Привет. Ну, как работка? В смысле? На трамвай хватит. Будешь? Давай. К черту всю эту работу. Каждый пацан такой лезет, показывает, учит. А я не хочу. Не нравится? Да. Наше счастье где-то в Парагвае прячется в бананные леса. Будешь? Миш. В долг не играю. Я завтра у матери возьму, отдам. Вот когда у мамаши возьмешь, тогда сыграем. Еще. Опять не видел. Стоп, Гена. А, рыжий явился. Здорово. Можно пройти? Валяй. В клуб пойдешь? Вот билет. Уважаемый товарищ. Это ты, бродяга, уважаемый. А этот уважаемый в рожу не хочет? Хочет. Хочет. Что? Сушков подослал, да? Перевоспитывать? Бесполезно. Да мы из ваших макодявок сами любого перевоспитаем. Уловил,
Ну, как знаешь. Билеты? Сзади. Билет? Сзади? Сзади. Билеты? Я с ними. Что значит с ними? Предъявите билеты. Ну чего? Ну ладно. Ну ладно. Сейчас. Посмотрите. Хорошо. Вернитесь. Да у меня билеты. Давайте. Сейчас, подождите. Да у меня билеты. Бумажные. Вернитесь. Что случилось? Видите? Пришли без билетов и хулиганят. Кто, мы? Хулиганим? Да. Мы пришли сюда культурно развлекаться, а нас вот не пропускают. А еще приглашали. Уважаемый товарищ. Тихо, тихо. Пропустите их, пожалуйста, на мою ответственность. Ну, если на вашу ответственность... О, пошли! Кому говорят? Ну. Thank you.
Загулял, Гена. Ага. В клубе был. Весело было? Во. А я тебя тут поджидаю. Работку нашел подходящую. Ну? Эту, что ли? Нет. Понял? Не понял? Работа не тяжелая, зато верняк. Квартирка в одном доме. Хозяева в отъезде. Да ну, чудак. Что, не веришь? Боишься? А может, совесть не позволяет, Гена? А брать у меня деньги совесть позволяет? Ты помнишь, сколько мне должен? Так я отдам. Отдам? А где возьмешь? Продам что-нибудь. Что, вот это тряпье? А мать приедет? Завтра же отдай мне деньги. А не то нехорошо, Гена, может получиться. Ах ты, я-то думал, ты настоящий парень, а ты трус паршивый, пижон дешевый, бродяга. Я-то? Ты-то! Ну-ка, дай спичку. Мне нужен напарник. Ты будешь делать все, что я тебе скажу, понял? Андрейка нам поможет. Не бойся, он ничего не будет знать. Зачем это, дядя Миша? Надо выследить одного подозрительного человека. Только этого никто не должен видеть, понял? Ага. А это шпион, да? Шпион? Я потом тебе все объясню. Стой здесь и смотри в оба. С этого места никуда не сходи, понял? Ну, я на тебя надеюсь. Сейчас же марш домой. Полуночник. Что говорил? Ох, ты!
ничего не видел. Понял? Если хоть одна душа узнает, тебе не жить. Чуешь? Иди домой. Ты что, это, Андрей, своих не узнаешь? Я тебя кричу, а ты даже не оглядываешься. Ты почему такой невеселый? Что, не здоров, что ли? Да что ты, Андрейка! Эх ты, мелюзь моя! Будешь меня слушаться, все будет хорошо. Держи, я на не кино. Хочу, мне не держи! Надо. Держи от тебя на кино и конфеты. И вот что. Будешь меня слушаться и молчать. Понял? Повтори. А повтори! Буду молчать. Ну, вот и хорошо. Иди. Ну, как спал? Привыкай. Держи. Твои. Что, не худо? То-то. Я всегда рассчитываю щедро, это мое правило. Здорово. К кому ж ты? Ну, это мимо твоего носа. Ты знаешь меня и все. Понял? Ну, а теперь гуляй. Гуляй. А мне на работу пора. Я ведь рабочий человек. Сушков слушает. С мебельной фабрики? Здравствуйте, товарищ директор. Как там Краснушкин? Нет уже вашего Краснушкина. Что? Нету. Сбежал, вот что. Бросил работу? Я вас предупреждал. Надо знать, кому вы помогать хотите, товарищ Сушков. Ты что так поздно сидишь? Да дела разные, Владимир Иванович.
Ну, всех дел не переделаешь. Поедем лучше в Лужники на хоккей. А кто играет? Наши, с крылышками. Любопытно. Я сейчас. С таким трудом устроил парня на работу, а он взял и бросил. Да, видно. Да, кстати, о твоих подопечных. Существует предположение, что в последней краже участвовали подростки. Подростки? Да, вероятно, в качестве соучастников. Ну что ж, поехали, а то мы опоздаем. А я, пожалуй, не пойду, Владимир Иванович. А почему? Нужно к одному парнишке зайти. Парнишке? Ну ладно. Все чужих детей воспитываешь, давно пора уж своих иметь. Не успел. Пока служил, невеста замуж вышла, а теперь найти не могу. А ты ищешь? Ищу. Да, я вижу, как ты ищешь. Времени нет. Тут и оно. Ну ладно, поболей один за двоих. Ты что здесь делаешь? Я ничего. Я сижу. Ах, сидишь? А ты знаешь, который теперь час? О, старый знакомый. Андрей, узнаешь меня? Узнаю. Вы учитель. Сергей Сергеевич. Правильно. А вы теперь в милиционеры поступили, да? Да что-то в этом роде. А ты почему домой не идешь? Не хочу. Натворил что-нибудь? Двойку схватил? А что случилось? Обидел кто-нибудь? Может быть, я тебе могу чем-нибудь помочь? Ну, так и будем сидеть вдвоем, да? А утром найдут здесь две сосульки, одну большую, а другую маленькую. Ну, по домам? Ты что, боишься домой идти? А со мной пойдешь? А? Ну, вместе. Пойдем. Хорош. А, Сергей Сергеевич, наш вам. А я к тебе шел. Пожалуйста. Работу бросил? Да, жизнь большая, еще успею наработаться. Смотри, так и упасть можно. Здравствуйте, товарищ капитан. День рождения празднуем. Здравствуйте. Здравствуйте. Что случилось? Вы Люся, сестра Андрея? Да. А что случилось?
Я встретил вашего братишку на набережной часа два назад. И он ни за что не хотел идти домой. Почему? Боялся. Чего? А вот это я хочу у вас спросить. А я не знаю. А на днях я увидел у кино. Он билетиками торговал. Андрюшка? Не может быть. Почему вы не смотрите за ним? Я смотрю. Плохо смотрите? Плохо. Что же вы мне прикажете, за ручку его водить, что ли? Пуговиц у парнишки на пальто нет. Пришел домой, поесть нечего. Я работаю. У меня еще репетиции, кружок. Я не успеваю. Ну, это не оправдание. Ну, посмотрите, что у вас в комнате-то делается. Молодая девчонка, не можете порядка навести. Стыдно же. Вам-то какое дело? По-моему, это вас совсем не касается. Вы абсолютно не думаете о брате. В голове одни наряды да кавалеры, наверное. Какие кавалеры? Имейте в виду, если Андрюшка станет хулиганом и бездельником, так в этом будете виноваты и вы. И вообще, если вы не хотите его воспитывать, так мы им займемся. Как? Заберем его у вас, вот как. Заберете? А я не отдам. Не отдам и все. Что, я сама не могу, что ли? Никаких кавалеров у меня нет. И Андрюшку я люблю. А думаешь, не убралась в комнате. Возьму, уберусь. Ну, а плакать-то зачем? Люся, вы поймите, вы же для Андрюшки самый близкий, самый родной человек. Вы ему за отца и за мать. Уж так сложилась ваша жизнь. Отец-то вам помогает? Нет. У него своя семья. Я понимаю, что вам трудно. И работать надо, и домашние заботы, и артисткой стать хочется. Это вы пели в клубе в воскресенье? Да. Хорошо пели. Честное слово, мне очень понравилось. Ну, а чай-то хоть вы умеете готовить? Вы хотите чаю? Я сейчас. Так я пошутил. Что вы, Люся? Люся, а с кем Андрюшка дружит? С ребятами. С какими ребятами? Да я их не знаю. Скажите, а у Прохорова он часто бывает? Я не знаю такого. Ну, шофер у вас во дворе живет. А нужно знать, с кем дружит братишка, где бывает. Он должен чувствовать, что вы интересуетесь его жизнью. Что у него есть хоть маленькая, а все-таки семья. Вот. И потом у меня просьба. Не говорите Андрюшке о нашем разговоре. И главное, не ругайте его, хорошо? Хорошо. Ну вот. Я вижу, вы устали, пейте чай и ложитесь спать. А как же, чай сейчас кипит. А я обязательно как-нибудь к вам зайду, и если еще раз увижу беспорядок, оштрафую. Или буду сам мыть посуду, вам стыдно станет. До свидания. Почудим им на зло. А? А вы тоже нашли на кого смотреть? На безобразников пьяных. Ну, куда теперь, бродяга? Пардон. Бродяга, я хочу веселиться. Мы хотим веселиться. Ты же обещал. Обещал, ну и что? Обещал, а куда теперь поедем куда-нибудь? Так, давай. Поехали.
моей даме ура! 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 Разрешите, товарищ подполковник? Заходи. Оставьте, я познакомлюсь. Здравствуйте. Ну, садись. Зря ты вчера не пошел. Такая красивая была игра. Я слышал. Ну, что у тебя, выкладывай. Видите, какая история, Владимир Иванович? Да. Поселился у одного из моих подростков новый квартирант, Прохоров, шофер. И у меня создалось впечатление, что он плохо влияет на ребят. И как-то с ними связан. Ну, а конкретно, факты есть? Фактов у меня нет, но впечатление неприятное. Ну, впечатление? Впечатление — это лирика. Факты нужно. Да. Как его фамилия? Прохоров Михаил Иванович. Парень, главное, неустойчивый. Так куда же ехать, молодые люди? Налево. Направо. Не хочу. Направо? Давай обратно. Со мной не соскучишься. Стоп! Смывайся, Генка! Держите! Держите! Держите его, держите! 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 Это ты! Деньги они вам заплатят. Вы не волнуйтесь. Да что там деньги? Ведь обидно. Молодые мальчишки. Растим их, воспитываем, мучим, а не на тебе. Другие в годы на целину едут. Города строят. А эти? Откуда у нас такие берутся? Ну что ж, Геннадий. Деньги с матери взыщем. А ты иди. Сергей Сергеевич, вы знаете, что он работу бросил? Знаю. Сдружился с Прохоровым. Видел я вас тут вдвоем. Не понравились вы мне. Ты думаешь, я не знаю, чем вы с ним занимаетесь? Безделье, выпивки, хулиганство — это все только начало. А дальше что? Тюрьма? Да, Геннадий. Посмотрел бы на тебя твой отец. Иди. А то дружки твои, наверное, заждались. Не надо. На работу. Что? На работу, говорю, устройте.
Уже устраивали. Я прошу. Сергей Сергеевич, может, вам поговорить там с нашими? Слушай, Генка, пойдешь к нам на стройку? К вам? Пойдешь? Пойду. Только мне придется за тебя поручиться. Сказал, значит, все. Да? Может, все-таки Краснушкина наверх взять, а? Зачем? Он со мной. Нет, все-таки. Нет, не нужно. Пусть здесь останется. Краснушкин! Станешь на погрузку. Девушки, вот вам помощник. Так кладешь-то. На ребро надо ставить. Вот. А то я не знаю. Иди отсюда. Ух ты, какой серьезный, а? Ну как там Краснушки? Действуй. Как, Гена, нравится? Ничего. Молодец. Ну-ну. Трудись, трудись. Не надорвись только. Эй, принимай! Ген, пойди сюда. Ты завтра что делаешь? А что? Заходи ко мне. Может, сходим куда? Заходи. Геныч, пошли! Посмотрим. Тём!
Та-та-ти-ра-ра. Та-ти-ра-ра. Та-ти-ра-ти-ра-ра. Это что же, отдых после работы? Здрасте, товарищ начальник. Да нет, это просто так, от нечего делать. Нос, ну-ка, до места. Пожалуйста. А у нас как раз четвертого человека не хватает. Сыграем в козелка. Только место это не везучее, товарищ капитан. Ну, как дела, Геннадий? Отлично. С этой-то работы удирать не собираешься? Да вроде нет. Ну, а твои успехи? Аттестатик как-нибудь получим. Что-то не верится. А ты никак с седьмым классом расстаться не можешь? Вытянем. Это твои карты? Да нет, это... Ну, жильца его, Прохорова. Хотите, фокус покажу? Ну. Король, верно? Он. Верно. Он. Десятка, верно? Верно. Она. Верно. Восьмерка, верно? Восьмерка. Десятка, верно? Десятка. Верно. Валет, верно? Точно, точно. А как вы это делаете? А посмотри-ка. Карта-то с наколочкой. Понятно? Подлюга. Сколько денег просадили, а? Добрый день. Здравствуйте. О, какая компания. Простите, вот зашел Геннадий повидать. Пожалуйста, товарищ капитан. Это ваши карты? Нет. Это, наверное, Геннадия. Так вот, мне придется их взять. Ну и правильно. Правильно, товарищ капитан. А то они целыми днями играют. Надоело. Лоботряска. А накурили-то. Форчику не открыли. Ах, молодежь. До свидания. До свидания. Сыграем. Сядь, Гена. Легавишь? Ты что? Я никому ничего. Имей в виду, если я потону, и ты со мной. Вместе пузыри пускать будем. Батя? Угу. Погиб в 45-м году под Берлином. А мой в 44-м. Книг-то сколько, а? Читал? Нет. Лёш, а? Мне с тобой поговорить надо, ну, посоветоваться, что ли. Лёш, тебе еще пришли. Здорово, Лёш. Принимай гостей. Привет, а, Лёш. Здорово. Привет, Леша. Садись. Здравствуйте. Здорово. Ген, все свои? А это Люся. Узнаешь? Знакомься. А мы, кажется, знакомы немножко. Бродяг, заснул, что ли?
горяченького налить? Нет. А то выпил бы. Не хочу. Почему так на меня смотрите? Не знаю. Ты что заскучал? Да ничего. Смотрю. Видик отсюда хороший. Видишь, вон башенный кран. Вон, левее, левее, левее. Ага. Этот квартал мы строим. Ешь, Мила, а то мне уходить надо. Зарплату получил. Ножки себе купи. Вот книгу достал. Про муху какую-то. Да ты что, мать? Это же про революционера. Добрый день. Добрый день, Михаил Иванович. Мам, можешь не ехать? Ну, отпросись. Господи, да кто же меня отпустит? Ведь состав уже готовый стоит. Ой, ой, я и так опаздываю. Попей там чаю без меня. Остриги еще. Ну-ка, иди сюда. Ты что? Ты что? Продаешь? С Сушковым связался? Я ничего. Хочешь завязать? Меня продашь, а сам чистенький останешься? Не выйдет. Забыл, что со мной работаешь? За мной следят. Следят. Что, испугался? Не сегодня, завтра накроет. Пронюхали гады. Ну, ничего, я сегодня же отсюда оторвусь. А ты будешь молчать. Иначе выйдешь однажды на улицу и не вернешься. И ни одна душа не узнает, как и где ты споткнулся. Вот что будет в случае чего. Понял? Понял. Где Сергей Сергеевич? Он занят. А когда входишь в помещение, кепочку надо снимать. У тебя что-нибудь случилось? Ты подожди в коридоре, он скоро придет.
сколько ждали? 8 лет получил. Скажи, Сергей Сергеевич, сиди. У кого из твоих ребят живет этот шофер Прохоров? У Краснушкина. У Краснушкина? Дело в том, что этот Прохоров оказался опытным преступником. Преступником? Да, вором-рецидивистом. Сейчас им занимаются. Ты постарайся эти дни не выпускать Краснушкина из вида. Он сейчас работает? Работает. Только не спугните Прохорова. Ну, это ты сам понимаешь. Ты где был? Ты отсюда не уйдешь. Ты что? Ты что? Забыл, с кем имеешь дело? Людям жить не даешь. Гад! Сергей Сергеевич, приходила мать Вити Назарова. Опять в школу не ходит? Да. Вы знаете, я завтра, пожалуй, схожу еще раз в школу. А потом мы пригласим Витю сюда. Да, вас там ждет парнишка, такой высокий, с черной челкой. Краснушкин? Я не знаю. Там никого нет. Ах ты, пасло! Продался! Ломали. Все.
Здрасте. Здравствуйте. А, товарищ капитан. Ну, как дела? В порядке, аттестатик в кармане. А дальше что? Ну, а дальше будет видно. А ты зайди ко мне завтра. Поговорим насчет работы. Это можно. До свидания. А вы к нам? К вам. А Янки нету. А где он? Да сама не знаю, просто волнуюсь. Ведь два дня как с постели встать разрешили.